Сегодня мы узнаем тайну Блокстрайка. Итак, начнем. Возьмем карту Playground. Эта карта загадочная, с могилами и тыквами. Всего могил примерно 7-8 могил. Странно узнать, что могила принадлежит кому-то. Есть одна нычка с человеком, чье имя Йоба. Он загадочнее, чем могилы. Он стоит в отдельной комнате и ждет, когда к нему зайдут, чтобы продать керамбиты. Посмотрев на Луну, мы можем заметить то самое изображение. Абы как вам такое? И еще одно. Над одной из могил можно увидеть дух Йобы смотрит.